Третья попытка запуститься. Удалил кучу модов. Ну как, куча штуки три. Оставил только Фрайтвайнер, Зевок, Маммут и Сисл Аддоны. Грузимся. Сейчас даже в путь не получается скакнуть. Похоже, просто потерялась совместимость, а это означает, что я начну пиратить. Да, начну пиратить со старой версией, потому что вот эта версия не работает. Они похерили мне профиль, зачем они обновились? Кто их просил? Хорошо же все было. Вот так вот и получаются пираты. Я не хотел, но буду.